I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, решил записать видос, давно не писал видос, я аж отвык. Решил начать писать с Бравла, потому что завтра будет обновление, новый Бравлер. Сейчас его тоже посмотрю. Буду завтра его, в принципе, думаю, уже сегодня на стриме выбивать. Не знаю, когда там будет обновление, Battle Pass, но вот из-за этой вот хрени, вот таких вот петушков, я не могу нормально доапать всех героев на 600, хотя уже давно бы поапал. Как не один, то второй. Вот тупо простоял. Тупо гаджеты все просрал. Не, это трэш. Это реально трэш. Тупо не могу 600 кубаса лапнуть. Уже второй час, блядь. Вот посмотрите на эту хрень. Это пиздец. Это просто пиздец. И вот сейчас вот, сука, начинает бить. Не, ну это трэш. Хотелось не с такого трэшечка начинать, но просто без комментариев. Долбоебов реально хватает. В общем, что у нас по плану? Завтра обновление, думаю, буду выбивать, ну, стримить, в принципе, как обычно, нового бравлера тестировать, плюс его прокачивать, и у вас есть шанс, думаю, завтра разыграю сразу же. Новый БП. Что для этого надо? Лайк, подписка, как обычно, чтобы была на канал. Репостик в социальную сеть и комментарий с вашим Supercell ID, куда вы делали репост. В принципе, все. Больше ничего от вас не надо. Завтра уже вечером, не знаю, по итогу посмотрим, как я буду себя чувствовать, кто приболел. Залечу, посмотрю. Или на стримца выберем вечером или послезавтра победителя. И, соответственно, зайдем ему, заберем БПшку. В принципе, ничего сложного. Поэтому дерзайте, подписывайтесь, кто не подписан. Ну, в принципе, у меня все, кто не подписан, подписаны. Бля, ну что это за дичь? Вот что это за дичь? Сука, 2.5 часа по вот этой вот хрень. Я уже запарился, короче. Надо пойти в какой-то другой режим. В общем, кому надо новый хроматический боец? Ну, он уже, в принципе, доступен. Можно его даже потестировать. Если я не ошибаюсь. Сейчас заодно это и посмотрим. Так, ну такое, не знаю, какой там будет Battle Pass, но чисто ради Battle Pass плюх, реально есть смысл. Кстати, сейчас заодно посмотрим, что у меня по Battle Pass. Я фармил, в принципе, так, смотрим, супер, без бустов целый месяц, ну не целый месяц, а ну такое. ГГ. Не знаю. Но где-то по-любому будем применять. Просто вопрос. То есть дальность расстояния туда-назад, как бочка не катается. Только до преграды, до преграды и назад. Ну, такое себе. Гаджет. Нанесет урон в размере 40. Ну, такое себе. Отбрасывать самую дальнюю точку атаки. Вот это будет интересно. В общем, что получается, если фармить Battle Pass
без дополнительных бустов, как это у меня было. 10 часов до конца сезона, о, это завтра обедом будет. Получается, что у нас, что у меня получилось по наградам в конце, в итоге 75 ящиков я накопил. Ну, я старался, в принципе, все вроде как бы не пропускать сезонки. Может, где-то одну ежедневку пропустил или две, а так я, в принципе, все фармил. То есть зафармился весь пас плюс 75 сундуков. В общем, такой вот получился у нас результат. Довольно-таки, я считаю, неплохой. Надеюсь, я до, в принципе, до стримца уже доапаю недостающих до 600 силы, и возможно в этом сезоне осталось у меня еще неделька. Я все-таки я апну Но это не точно. Новый свой рекорд. Ну, в принципе, с новым бравлером, я думаю, мы это сделаем. Взяли тем 25к. Я в это очень надеюсь. Кстати, поменяли баланс, я смотрел. Ну, такое себе. Нита, как по мне, очень печальная стала. С задержкой в секунду там или полторы стану мишки, ну, будем. Будем пробовать. Это ГГ. Так, тихо. Давайте только без этой дичи. Жестко. Да ну нафиг. Вот это трэш. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Не знаю, посмотрим, сколько завтра у меня кубасиков будет. На начало. Ну все, я тут уже ничего не сделаю. Лошара. Почти. Сколько осталось чувачков доапать? В принципе, 10 бравлеров у меня осталось доапать. Это не так уж, в принципе, и много. В общем, будем пробовать. Все условия я сказал. В принципе, все по стандарту. Всем удачи, всем пока.